Привет! Сегодня мы поговорим о холодильнике от Bosch, который обещает стать незаменимым помощником на кухне. Разберем его функционал, особенности и выясним, так ли он хорош, как об этом говорят. Поехали! Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот холодильник – его размеры. Он идеально вписывается в стандартные кухонные ниши, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит минимализм и порядок. Высота в 177,2 см и ширина в 54,1 см обеспечивают достаточно места для хранения продуктов, а глубина в 54,8 см не занимает много пространства в помещении. Вес в 50,4 кг говорит о том, что устройство довольно мобильное и его можно установить без особых усилий. Дизайн холодильника продуман до мелочей. Встраиваемая модель с нижней морозильной камерой – это не только удобно, но и практично. Такое расположение морозильника позволяет легко доставать нужные продукты, не наклоняясь каждый раз. И не забудь заглянуть в описание под видео, там я оставил для тебя не только ссылки на проверенные магазины, но и специальный скидочный промокод. С ним твоя покупка обойдется еще выгоднее. О, этот холодильник просто кишит крутыми фишками, давай разбираться. Во-первых, объем холодильной камеры в 182 литра и морозильной в 83 литра – это значит, что ты без проблем разместишь все свои запасы. Это особенно актуально после крупных закупок или во время подготовки к праздникам. Годовой расход энергии в 282 кВт-час говорит о том, что устройство довольно экономичное, учитывая его возможности. А уровень шума всего 39 дБ, почти как шепот. Ты даже не заметишь, как он работает на кухне. Теперь о самых интересных фишках. Nature Cool – это просто мечта для тех, кто любит свежие овощи и фрукты. Эта технология поддерживает идеальный баланс влажности, благодаря чему продукты дольше остаются свежими и хрустящими. А Big Box – это находка для любителей готовить крупные блюда. Вместительный бокс для заморозки позволит тебе забыть о проблеме хранения больших продуктов. Safety Glass – эти полки не только красивы, но и практичны, легко чистятся и удерживают различные жидкости, что значительно облегчает уборку. А летосвещение делает содержимое холодильника видимым в любое время суток, что очень удобно. И, наконец, Low Frost. Эта технология существенно уменьшает образование инея, что делает процесс размораживания морозильника не таким уж частым занятием. Так ты сэкономишь и время, и усилия. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Банка 3 литра не помещается. Шумноват. Плюсы. Немецкая сборка. Без лишних функций. Очень легкий. Простая регулировка. Понятная инструкция. Фасады встали идеально. Морозильник вместительный. Вот и подошел к концу наш обзор. Надеюсь, он был для тебя полезным и интересным. Не забывай, что в описании под видео тебя ждут полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки. Жду твоих комментариев, поделись, что думаешь об этой модели. И, конечно, если ты хочешь больше таких обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. Буду рад видеть тебя снова. До новых встреч!